Мы в Сэмс-клабе. Как всегда, всего очень много. А лето пришло и полно, видите, какой яркой посуды. Надо брать к лету. Куда-то выйдешь, пикнички. Очень удобно. Различные напитки. Выбирай, что хочешь. В районе 15-17 долларов. Очень-очень много. Идем искать мороженое, которое мне нравится. Так, ну явно я зашла не в тот ряд. Разворачиваемся. Идем искать другое место. Так, интересно. Уже купила сметанку. Видите, туалетную бумагу. Здесь или где? Вот это, наверное. Ага, берем. Ну и как всегда, полно овощей и фруктов. Сейчас будем выбирать и смотреть, что нам надо. Как всегда, много всего, и глаза разбегаются. Вот эти помидоры, я их полюбила. Берем. Я не вижу тортов, зато вижу вот такую интересную выпечку. Наверное, ее я и возьму. Ребята, еле дотянули то, что я купила. И вот видите, 100% катон. Вот такие полотенца пляжные. Это для бассейна. На лежачок вот так бросил и кайфуешь. Одно такое яркое и второе. Думаю, это будет для Виолетты с ананасиками. Красота. Классно. Ребята, лето пришло. Пикнички, все дела, как я вам и показывала. Я купила вот столько тарелок. Если честно, не могу понять, сколько тут штук. Не могу понять. А, может быть, даже 85. Ну вот, по скидке 85 тарелок стоит 10 долларов. Класс. Ну да. Ребят, как без воды? Никак. А, вот здесь вот 40 бутылок воды. Они были в упаковке, но я упаковку выкинула, иначе бы мы их просто не дотянули. Ребят, низкокалорийное мороженое, оно нам очень-очень нравится. А, мало калорий и все классно. Но это не реклама, ребят. Это не реклама, это просто мы вам рассказываем свой опыт в Америке. Ребята, мы идем в гости. И вот у нас такой шикарный пирог, очень-очень вкусный. Все люди смотрят на наш пирог. Им очень хочется его попробовать. Но у них такой возможности не будет. А у нас она есть. Пойдем. Да, вы часто спрашиваете, как это так? Вот мы иногда идем на красную ладошку. Но здесь это иногда допускается. Когда нет машин, это можно делать. Всем приветули-приветули. Я сейчас иду на пикник, который организовывает моя новая работа. И хочу вам показать следующее. Сегодня день памяти в Америке. И видите, даже на простых лужайках стоят флаги Америки. Народ чтит этот праздник. И видите, вот так вот. Даже в самых неожиданных местах такое наблюдается. Я думаю, что все будет происходить вот на этой лужайке. Я пришла на 20 минут раньше, и пока еще никого нет. Но я увидела, что уже люди собираются на первом этаже в университете прямо. Ну и сейчас я туда пойду и с кем-то познакомлюсь, с кем-то просто поздороваюсь, кого знаю. И думаю, это будет интересно. Это все происходит тут. Ага. Такие закусочки. Хотя не знаю, потому что дома я сама всегда делала так в лаваше, заворачивала, то есть вот так вот. Вот как всегда, вот американский салат. Прикольно.